Кашихабадский район продолжает принимать участие в различных программах, позволяющих в частности благоустроить сельские территории. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в хуторе Казёно-Кужорский за счет средств федерального и регионального бюджета на сумму 11 миллионов 453 тысячи рублей проводится реконструкция подъездной автодороги от автомобильной дороги регионального значения Майкоп-Геогинская-Псибай-Зеленчукская-Карачаевск, проходящей рядом с ОШ номер 12 до врачебной амбулатории, протяженностью 321 метр. Обновляется дорожное полотно шириной 7 метров. Для удобства пешеходов по обеим сторонам дороги заложены тротуары, автостоянка, также монтируется уличное освещение и иное оборудование в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно установленных требований и нормативов. Окончание работ запланировано на третью декаду сентября 2020 года. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашихабадского района.